Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить шашлык. Шашлык из свинины. У меня вот такой вот карбонат свиной. Сейчас я буду его нарезать и мариновать. Хочу поделиться своим рецептом маринада с вами. Вот мясо я порезала такие небольшие кусочки. Лук нарезаем полукольцами, толсто резать. Тонко резать не надо, не обязательно. Вот так вот. Так, соль, перец, черный молотый кладите по вкусу. У меня приправа к шашлыку, она с солью. Поэтому я много соли не стала класть. Кладу 2 столовых ложки. Мясо у меня 2,5 килограмма. Горчица 2 столовых ложки. Лук вот так вот мнем хорошенечко. Теперь руками все хорошо будем перемешивать. И добавим 2 столовых ложки растительного масла. И еще раз все это помешаем. Все оставим мариноваться на 5 часов. Жарим. Кусочки маленькие, жариться будет недолго. Минут 15. Все, друзья, вот наш шашлык готов. Замариновали лук. Сделали соус вот такой вот вкусный. Кетчуп, немного майонеза, кинза, петрушка, зеленый лук, укроп и базилик. И салат. Баклажаны запеченные, томаты, петрушка, кинза, базилик, чеснок и растительное масло. Вот такая вот вкуснятина. Всем приятного аппетита. Всем, кому понравился наш рецепт, да, не показала вам, какое мясо получилось. Мясо очень мягкое, готовилось быстро. Вот такое вот сочненькое. Кусочки маленькие. Очень вкусный маринад. Готовьте по этому рецепту. Я думаю, вам понравится. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.